Привет, друзья! Ставьте на паузу и подписывайтесь на мой канал. Я буду вам очень благодарна. Сын народной артистки умер от коронавируса. Наследнику популярной телеведущей было всего 52 года. В жизни Светланы Маркуновой произошло страшное событие. Умер ее сын Максим. Как сообщил брат скончавшегося Илья Свиридов, тест на COVID-19 у наследника народной артистки был положительным. Семья Максима Маркунова написала в соцсети, что он работал в майские праздники, делал телемост к 9 мая. Тогда и произошел контакт с зараженными. На следующий день мужчине пришел положительный тест на коронавирус, а 19 мая он скончался. Температура у Маркунова была высокая, но родственника знаменитости не госпитализировали. В день смерти Максим просто перестал выходить на связь. У сына Светланы Маркуновой не было хронических заболеваний. Он был здоровым, сильным, однако болезнь убила его быстро и неожиданно. Светлана Маркунова знакома зрителям по программам «Время», «Голубой огонек», эстрадным концертам и развлекательным передачам. В 2002 году она получила звание народной артистки Российской Федерации. Друзья, берегите себя и своих близких. Так страшно, когда родители теряют своих детей. Благодарю вас за просмотр. Делитесь видео с вашими друзьями. Пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе самых последних и актуальных новостей.